Сейчас мы начинаем обзор одного из очень интересных дворов. Вот. Это вот тут. Вот. Сейчас начну показывать. Вот это вот сцена. Сцена вот доисторическая, старая. Раньше на ней кто-то выступал, это еще в древние времена было так. Вот такая красивая сцена. СССР сцена. Вот. Как? На нее вот тут вот вход был. Вот. Тут, конечно, тут нарисовали. Вот. Я сейчас покажу и машинку подниму, и эту, и жасмин нарисовали, и машинку, вот из губку Боба, ну, она уже, все, я облупилась много, много тут, так плохо видно, короче, но видно, вот. Как оно тут? Вот. Как оно вот есть. Очень хорошо видно, потому что сцена сохранилась. Это перед сценой, это лавочки. Лавочки тоже сохранились. Вот. Не все. А вот так вот сохранились лавочки. Выборочно. Ну, вы же понимаете, это СССР. Вот. Какие тут могли быть лавочки. В общем, вот тут вот лавочки, вот такие вот старенькие. Все, видимо, их кто-то когда-то чинил, кто-то что-то делал. А вот это вот крытый навес, где тоже были лавочки, за ними сидели, смотрели когда-то концерты. Это было еще давние времена, я не знаю, жил ли я в те времена уже или нет, вот. Вот, тут сохранилось, вот, такое вот. Вот с этой стороны, вот тут уже нет и следа, что оно сохранилось. И следа нет, что оно вот сохранилось, вот. Тут и крыша поломанная, и все такое. Ох. Вот как бы тут. Вот, сейчас дальше. Схожу, показываю. Ну, было вот так вот. Тут, конечно, каруселью поставили. Ну, карусели. Ой. В общем, крутится в одну сторону, крутится в другую. Каруселя работает. Да. Вот. Это как бы работает вот таким вот образом. Качели тут, конечно, поставили новые. Их ставил Загид Краснов. Вот. Такие вот качели. Я в них, конечно, не влезу. Не влезу никак кататься. Вот. Но качели они работают. Для деток. Для деток они тут работают. Вот. Это тут и урна от Загида Краснова. И урна вот. И лавочка. Собственно, вот такой вот знак. Вот. Показывает, кто ставил.
он кто вставил лавочку. Ну, а на качелях кто-то уже оторвал. Вот такой вот знак. Вот это вот тут выложено вот так вот. Колесами. А вот это вот песочница. Ну, песочница, я думаю, такая и у каждого. Ну или подобная. Какая есть песочница. Тут колеса. Вот это вот штуки. Я сейчас покажу в более другом месте. Вот. Такие вот штуки. Это тут раньше были такие качели старые. Это было старое время. Вот. Вот. Старое время, не сейчас. Но они не сохранились. Вот. Вот тут была качеля советская. Советская была качеля. Я не знаю, наверное, качеля советская была наподобие вот таких, но советского вида. Фотку я вставлять не буду, так как у меня ее нет. Я не владею информацией, что оно вообще было. Но эти качели современные, вот эти вот. Вот. А вот это вот отверстие нет современных качелей. Вот это вот горка. Горка сейчас чуть-чуть. Подойду ближе, покажу. Вот это вот такая вот горка. Горка в идеальном состоянии и довольно-таки большая. Сейчас в многоэтажных домах, у многоэтажных домов, таких горок уже не ставят. Ставят какие-то вот такие вот маленькие горки. Я к ней подойду чуть позже. Сейчас показываю вот эту вот горку. Вот такая большая горка, что даже на мой рост она довольно большая. Вот. Это пенечек. Пенечек чуть-чуть покажу. Чуть-чуть. Вот. На мой вид большая такая горка. И довольно-таки целая, потому что здесь люди хорошие, люди аккуратные. Люди не ломают тут ничего. Вот тут вот карусель. У нее нету ни сидений. Какие-то железки от сидений остались. Кусок отломанный. Где-то то, где внизу отломано, где вверху отломано. В общем, не суть. Но вот эта вот конструкция. Конструкция вот крутится. Если крутить конструкцию, то она еще крутится, довольно-таки хорошо крутится. Так крутится, как будто она не сломана. Просто у нее кто-то отломал сиденье и некоторые железячки поотламывали. Вот как-то так. Тут вот пенечек тоже. Урна. А вот это вот птицу сделали тут. Такую птицу. Вот. Такую вот птицу сделали. Тут сделали что-то непонятное, но тоже красиво сделали. Тоже сделали красиво. Вот. А тут просто такая несуразная лавочка. Ну, лучше, чем если бы ее не было. Лучше. Вот. Такая вот лавочка. Тут тоже есть. Вот. Современные горки. Они очень маленькие. Вот. Загид, конечно, поставил горку. Вот. Поставил горку. И она очень-очень маленькая. Вы видите. А такие горки, вот, как я показал, советская. Вот советская горка какая большая. И вот
В близках горка маленькая вмещается так же на видео, как издалека большая. Почему? Потому что то большая, это маленькая. Ее вот почему-то делали. Да и делали ее какую-то деревянную. Да. Деревянную, вот. Нет, пластмассовую делали. И вот, пластмассовую делали. Вот, тут набирают, раньше воду набирали всегда, а сейчас не знаю, набирают или ее закрыли на зиму или как. Ну, в общем, сейчас тут воду не набирают, это колонка была для воды, вот. Такая вот. Ну, а это была советская вот качеля. Советская качеля была. Очень даже сохранилась качеля. Хотел бы сказать, что она целая полностью, но у нее нет сидения. Сидения у нее нет, поэтому она не сохранилась. А выглядит она вот как такая вот красота. Собственно, видео здесь маленькое. Маленькое видео, но кое-что я еще сейчас на этом видео покажу. Кое-что я сейчас покажу на этом видео. Вот. Это называется бак для бутылок. Для полиэтиленовых бутылок. Раньше такие баки стояли в каждом дворе. А потом их почему-то убрали, сказали мусор отсортировать не надо. И вот эта ферма осталась вот тут вот, потому что здесь такие дворы, где эта ферма просто не ходит, не ездит. И они не забирают такие контейнеры. И они вот остались тут. Тоже из того же века, как и качели, которые я показываю. Вот. Сюда ходить я не буду, хотел показать вот этот вот фонтанчик, но здесь провода, которые искрятся и бьются током, поэтому я извиняюсь, показывать этого я не буду. Ну а бак довольно-таки ухоженный, покрасили. Он должен был быть желтым цветом, а его сделали блокитным, то есть голубым, замес желтого цвета. Вот. Что у него написано впереди, я на память и себе, и вам оставлю. Это бутылка. Вот такой вот замечательный контейнер. Ну а для тех, у кого еще осталось настроение смотреть мое видео, таких, к сожалению, на данный момент немного, я надеюсь, что такие видео как это приведут на мой канал больше людей, чтобы смотреть больше людей, потому что чем больше вы смотрите, тем больше я показываю еще чего-нибудь интересного. Сейчас покажу красивый паркан, вот тут такую красоту. Вот. Как тут? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно будет еще много интересных видео. Вот.